На сегодняшний день идет интенсивная работа по сдаче, по ремонту дома. У нас был трехэтажный дом готовый, который наши турецкие друзья выделили деньги. В этом доме идут работы и порядка около 15 квартир. 8 однокомнатных, 4 двухкомнатных и 3 трехкомнатные квартиры планируется к кассовому, то есть 7 ноября сдать. Это будет обустроено с ремонтом, с частичной инфраструктурой, дома отоплением, готовы к, скажем так, заезду вот этих жителей, которые пострадали.